Электронные карты должны появиться во всех школах Екатеринбурга через полгода. Пока система работает в тестовом режиме в 30 учреждений. Карточки используют как виртуальные кошельки и пропуски. Как внедряется электронная система, сегодня обсуждали на совещании с вице-мэром города Александром Высокинским. Выяснилось, что безналичный расчет в столовых пришелся по вкусу и школьникам, и их родителям. Единственной проблемой остается неорганизованность учеников. Они часто теряют свои карточки. Сейчас разрабатывают альтернативные формы электронных носителей в виде браслетов и кулонов. Изменится и содержание. Вскоре по карте школьник сможет расплачиваться в транспорте или проходить в библиотеку. Система предполагает комплексный подход, когда ребенок утром выходит из школы, он должен иметь возможность по e-карте проехать в транспорте. После этого он по ней прошел в школу. Родитель получил смс «Дитё у нас». После этого, исходя из данных, сколько детей в школу пришло, система делает анализ по количеству обедов, завтраков, сколько необходимо.